Тумца машин ведаутся, посеги. Вот из диди таза было бы, да, диди интерес трудного. Ушемат киварьян. Тамаш, таза было бы, тамаш из росатизного, да, с другой стороны, еще хуже по. Если ты ро, татмаре был, там еще был. Каремуши, витходы имасро, сакмот мотивировали бы их на оригинальный спектр телевида. Это все равно цикл. Сейчас я злую, там еще с Харис Харико, если ты Магали, это тогда акуре были сказал, что Миндри с Харис Харико. Мы гоня, ам гун сам клубс, а рекадры про. Ам денет Харис за Саугари, а вот это мы пьем. Мы выйдет, да уж, вот и кончит Эвазе, сайт отель там еще смазит, да все лодит. Какой контроль был на там еще тунца, карко у нас Чикаго пара. Кончит его, мы выйдет Голида, мы сабет не рот, мохта, там у вас тут. Сейчас там надо пре, майнц логику, рот не мечтая. Принимая во внимание ход событий на поле, а именно тот факт, что мы вели 1-0, очень хотелось мне сказать, что мы потеряли 2 очка, но это будет несправедливо, потому что мы все-таки выиграли 1 очко. Мы играли против очень сильного соперника, организованного, играющего в современный футбол. И я не скажу, что мы боялись, но я переживал. Я очень благодарен футболистам за то, что за короткое время, несмотря на языковый барьер, они восприняли те просьбы, которые мы перед ними излагали. Мотивировать их не нужно было, это очень простые вещи. Смена тренера, соперник «Динамо» Тбилиси. Мы даже ничего не говорили про то, насколько важна эта победа. Они это сами знают. Поэтому я очень благодарен им за творческое отношение, за самоотдачу на поле. Вот. С другой стороны, это ничья. Это тот трамплин, который, смею надеяться, в будущем позволит нам прогрессировать, идти как можно дальше и радовать наших болельщиков. Я очень благодарен людям, которые пришли сегодня на футбол, поддерживали нашу команду. Огорчил поступок с фаерами, с хлопушками, потому что если бы судья не добавил необходимых 4 минуты или там 3, мы потеряли, может быть, мы бы выиграли 1-0. Поэтому в футболе случайностей не бывает, а такие вещи, они никогда никому не помогали. Поэтому, ну, это уже в прошлом, ничего уже не изменишь, поэтому спасибо всем. Я лично очень рад этому результату.